Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Всегда интересно узнать или увидеть что-то новое. В этом обзоре мы хотим показать и рассказать об интересном и довольно серьезном микроскопе лабораторного класса Левенгук 740T. Итак, обо всем по порядку. Микроскоп поставляется в довольно большой картонной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. Аккуратно разрезав скотч и разъединив две половинки пенопластовой упаковки, мы обнаружили сам микроскоп и набор аксессуаров к нему. В комплект поставки микроскопа входят пара 10 и 20 кратных широкоугольных окуляров, набор светофильтров, желтый, зеленый и синий, флакон с иммерсионным маслом, пылезащитный чехол и краткое описание, в том числе и на русском языке. Микроскоп поставляется в собранном виде. Для приведения его в рабочее состояние достаточно освободить все элементы от транспортной защиты, установить окуляры и подключить микроскоп к сети электропитания. Давайте рассмотрим его более детально. Первое, что обращает на себя внимание, это внушительные размеры. Сразу видно, что перед нами серьезный лабораторный микроскоп. Корпус микроскопа выполнен из металла. Массивное основание вместе со штативом представляет собой цельное литое изделие, к которому крепятся все остальные узлы микроскопа. Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой, состоящей из бинокулярной части для визуальных наблюдений двумя глазами и специальной трубки – фотоканала для установки цифровой камеры. Конструкция насадки позволяет одновременно вести и фото, и визуальные наблюдения. На трубке фотоканала предусмотрен механизм фокусировки изображения, передаваемого камерой, на экран монитора. Благодаря такой конструкции можно настроить одинаковую резкость в окулярах и на экране. Следует отметить, что при настройке резкости изображения, передаваемого камерой, происходит вращение самой камеры и, как следствие, вращение изображения на экране монитора. Это может вызывать некоторые неудобства, хотя и не критично. Визуальная часть тринокулярной насадки имеет удобный наклон в 30 градусов с возможностью поворота на 360 градусов. Такая конструкция делает очень удобной коллективную работу с микроскопом, например, в учебной лаборатории. Предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, а также возможность коррекции диоптрии на левом окуляре. Микроскоп укомплектован четырьмя ахроматическими объективами кратностью 4, 10, 40 и 100. 40 и 100-кратные объективы имеют подпружиненные оправы, предотвращающие повреждение линз объективов при случайном контакте с предметным стеклом микропрепарата. 100-кратный иммерсионный объектив имеет числовую апертуру 1.25 и полностью раскроет свои возможности только с иммерсионным маслом. Микроскоп оборудован координатным предметным столиком размером 140 на 130 мм. Вдоль двух сторон столика нанесены координатные шкалы. Также имеются дополнительные шкалы Нониуса. Перемещение предметного столика вдоль каждой из осей осуществляется поворотом двух специальных коаксиальных ручек. Лапки держателя препаратов имеют большую длину, что позволяет устанавливать два препарата одновременно. Настройка резкости изображения осуществляется путем перемещения предметного столика вверх или вниз. Для этого по бокам в нижней части штатива имеются две коаксиальные рукоятки. Большая рукоятка отвечает за грубую, а меньшая – за точную настройку резкости изображения. Наравне с оптической системой микроскопы лабораторного класса оснащены достаточно сложной системой освещения. Упрощенно говоря, для построения хорошего изображения недостаточно чистого прозрачного стекла. Нужен еще и яркий равномерный свет. Данная модель микроскопа оснащена достаточно серьезной системой освещения.
Оптика, свет и механика этой модели позволяют отнести ее к классу лабораторных микроскопов. Помимо яркого светодиодного источника света, система освещения данного микроскопа состоит из дополнительных оптических элементов, призванных сформировать пучок света таким образом, чтобы изучаемый препарат был равномерно освещен по всему полю зрения микроскопа. Оптическая часть системы освещения состоит из коллекторной линзы, вкрученной в основание микроскопа, и конденсатора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем светофильтров. Сам конденсатор представляет собой оптический блок, состоящий из двух линз. Конденсатор устанавливается в специальный держатель и фиксируется одним винтиком. При помощи двух других винтиков, расположенных по разные стороны от фиксирующего, можно выполнить центровку конденсатора, а посредством специальной ручки можно отрегулировать конденсатор по высоте. На тыльной стороне основания расположен разъем для подключения сетевого шнура, отсек для предохранителя и переключатель для включения и выключения питания. Сам блок питания системы освещения вмонтирован внутрь основания микроскопа. Яркость светодиода регулируется при помощи колесика, расположенного в нижней боковой части корпуса микроскопа. После детального ознакомления с конструкцией микроскопа посмотрим на его оптические возможности. Четырехкратный объектив показал яркую и красочную картинку. Огромное поле зрения. При наблюдении в окуляр картинка вау. А вот на матрице цифровой камеры добиться равномерного освещения на таком широком поле нам не удалось. С десятикратным объективом на увеличении 100 крат все поле зрения освещается равномерно, как при наблюдении в окуляр, так и на экране монитора. Стократное увеличение раскрыло множество подробностей клеточного строения анатомического среза перца и тонкой кожицы чеснока. Отчетливо просматривается и внутренняя структура отдельных клеток. 40-кратный объектив на увеличении 400 крат показал множество интересных подробностей. Анатомический срез соснового стебля. Детально красочно выглядит инфузория туфелька. Очень подробно просматривается внутренняя структура клетки чеснока. А так выглядят красные тельца крови человека. И, наконец, 100-кратный объектив. Тесты этого объектива проводились без иммерсионного масла. Наблюдения посредством цифровой камеры показали вполне хорошие результаты на увеличении 1000 крат. А вот для наблюдения даже с 10-кратными окулярами на столь большом увеличении яркости подсветки явно не хватало. Подводя итог, прежде всего хочется отметить отличное качество изображения, особенно при визуальных наблюдениях. Глубина картинки и большое поле зрения просто завораживают. Если сильно не придираться к недоработке механизма фокусировки изображения, даваемого цифровой камерой, то в остальном микроскоп имеет отличную, хорошо продуманную механику. Очень удобна возможность одновременных наблюдений глазом и на мониторе компьютера, без необходимости переключения между ними. Да, несколько огорчила недостаточная яркость подсветки при использовании 100-кратного объектива, особенно с 20-кратными окулярами. Но это не очень критично, поскольку обычные ахроматические объективы, которыми укомплектован микроскоп, ставят под сомнение целесообразность применения увеличения свыше 1000 крат. Учитывая все прелести и недостатки этого микроскопа, его вполне можно рекомендовать в качестве микроскопа для учебной лаборатории профильного вуза, ветеринарной клиники или для домашней лаборатории как начинающего, так и продвинутого любителя микробиологии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.